Привет, всем привет. Спасибо, что зашли на стрим, потому что я поздно запустил. Благодарю, что зашли ко мне и ждали, что не мог раньше запустить никак. А, ебать, знаете, что завтра будет? Готовы? Завтра мне ставят брекеты. Позвонили сегодня, мне сказали, что брекеты сегодня, завтра ставят. Поеду завтра. Я уже, наверное, завтра стрим запущу, уже с брекетами. Пётр, как, нормально? Я пришел, он вот так вот. Он, как всегда, я захожу, он вот так. У меня такое ощущение, что пока я ухожу, Фёдор прибухивает. Потому что я когда прихожу, он всегда такой чисто. Первая неделя будет пиздец как больно. Ну, мне кажется, что это не у всех людей прям всем пиздец как больно. Парде чего-то вообще не больно было. Типа первые два дня он сказал дискомфорт, потом нормально. Мне также говорили, что 5 зубов вырывать невозможно. Типа тебе пизда будет, ты даже не вывезешь от боли. Я в итоге выпил этот, как он, обезболивающее. Я выпил только в ночь после операции и больше ни разу не пил. И было нормально, я вытерпел. Поэтому хуй его знает. А что делать? Надо ставить же все равно. Придется перетерпеть эту хуйню. Типа это рано или поздно это нужно точно так же сделать, как и операцию на волосы, решиться просто пойти и сделать, и все. Типа, чем раньше ты это сделаешь, тем быстрее это закончится, и вылечишься, и нормальным человеком станешь. Хоть ты и так наручил чего-то наконец. Ну, у меня есть свои проблемы, типа, зубы, были проблемы с зубами, проблемы с волосами, но это же, ну, типа, в повседневной жизни очень мешает. Типа, каждый раз из зоны комфорта выходишь. Мне никуда не хочется летать, там, ездить и так далее, потому что, мало ли, мне где-то надо будет снимать шапку, там, и для меня это ебанутый стресс, типа, меня пацаны до сих пор без шапки ни разу никто не видел. Ну, без головного убора. И для меня это большой стресс. Просто, ну, у всех людей разные проблемы есть. У меня вот такая проблема. Ничего с этим нихуя не сделаешь. Надо просто ее вылечить и все. И забыть про это. В брекетах где-то год ходить я буду. За сколько готов скинуть фото в ТГ без шапки? Ни за сколько. То есть навряд ли кто-то предложит такую сумму, которую я решу. Да похуй, типа. Не, 15к точно нет. Это неадекватная будет сумма, потому что это, ну, типа, для обычного человека это что такое снять шапку и все. Для меня это психическая, ну, травма такая. Для меня это восприятие совсем по-другому идет. Потому что ну, то, что зубы вылечу, это точно вылечу, а с волосами, да, может быть такая хуйня, что ничего не поможет. Привет от Вилочников Касимова. Мяу. Не думал, что после операции снимешь шапку и можешь пропасть часть образа. Да блин, вы же понимаете, что я из ебанутой ситуации нашел выход, типа, так как я медийка там, и мне на меня смотрят люди. Я нашел выход, как выглядеть там, типа, прикольно, красиво. Вы что думаете, я без шапки не найду выход, как стильно выглядеть и прикольно? Я думаю, что это только на пользу сыграет. Без шапки я могу стримить, без шапки, типа, но мне надо прическу делать, это заеб, пиздец. Я просто нашел, как выкрутиться из этой ситуации, и все. Навряд ли покажу после операции, каким был. Хотя, я не знаю, бля, такие вы вопросы задаете, я вообще на эту тему не хочу разговаривать. Нахуй мне это нужно? Для меня это больная тема, типа, вы мне задаете какие-то вопросы, просто меня задеваете больше. Когда лучше, хуй просышь, чат. Ничего не могу сказать, вообще никакой информации нету. Я проебал ебучую, блядь, звуковую карту. Знаю, когда мама может приедет домой, поможет мне найти эту звуковую карту. Если нет, то придется покупать. Она 100 тысяч стоит, ебать. Ее еще, скорее всего, нету нигде в продаже. Преамп у меня ебучий. Он сейчас ляма 3, наверное, стоит. Хотя хуй его знает, может лям, может я просто преувеличиваю. Не знаю, сколько он сейчас стоит. Но у меня прям ебучий прям. Мне его Биби, который в Испании живет, он нашел его то ли в Германии, то ли где-то. Стоял в магазине, единственный. Да его даже там, типа, не так много продают. Стоял, он договорился с магазином, что они ему выслали его в Испанию. И с Испании он отправил мне сюда. Вебка у меня Logitech какая-то обычная. Мне она больше всех нравится. У меня есть камера, но я после... Ну, я раньше стримил всегда вот на эту вебку. Потом я себе купил камеру. И потом я все равно купил опять себе эту вебку, потому что она мелкая, ее можно и на Mac, и куда угодно присоединить. И я вся вот это, ну, у каждого разные вкусы там и так далее. Кто-то вот, Саня, допустим, любит антуражик создать вокруг, там, свет круто расставить, как-то переставить картинку, чтобы, ну, короче, заморочиться с этим всем. У него такое видение, и у многих тоже такое видение. У меня чуть другое видение. Типа, я считаю, что, ну, я никого не призываю, это просто я так думаю, что вообще похую на картинку, на все похуй. Типа,
Чем упорнее как будто картинка, тем веселее можно стрим провести. Эдин Росс видели? Просто, блядь, растянутый ебальник ставит и полетели. Онлайн 100 тысяч, хуярит дома сидит. И вообще поебать. На фоне просто ничего нет, на фоне стена. Нихуя нет на фоне. Короче, я не против бы, может быть, какую-то лампу поставить, знаете, свет какой-то дополнительный для антуражек и сделал. Но как будто вообще похуй. Типа, кайф вот, потому что все как есть, типа, добавляет, знаете, настоящности. Типа вот, у меня стоят две лампы, чтобы ебальник нормально видно было, не темно. И все. Эльгата. Я их давным-давно купил. Еще когда с Серегой жили. Боты здесь. Мне не нужен снег. Я не буду с ней. Ты как Бармалей.